Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы в Всадники Олуха. Так, за шестой день я забираю сундук и посмотрим, что нам выпадет из него. Так, 20 рун, 30 рун в общем количестве. Отлично. Руны нам нужны, руны мы копим. Так, сразу зайдем к Йохану. Посмотрим, что он нам предлагает здесь. Хм. Так, слушай, я возьму вот это вот и вот это. Так, Беззубик. Беззубик, ну неужели? Неужели ты мне принес то, что нужно, а? Это прям какая-то радость, ребята. Так, у нас здесь еще, кстати, Скользкопев или как его? Дрожжезуб, конечно же. Дрожжезуб у нас. Так, и, пожалуй-ка, мы отправим нашего Беззубика дальше в приключение. Ищем вот эти штуки. Пускай пытается найти. Пускай пытается найти. Так, сундук. 225 миллионов рублей. Слушай, ну нормально. Нормально. Отправляем сразу наших ребятулек на поиски. Так, лети. Кстати, я этого, ага, качать не могу. Точнее, могу, но не хочу, ребят. Кто бы сомневался, что здесь выпадет нам тусклый янтарь. Я нисколечко не сомневался в этом. Давай так, бесплатно. А здесь... здесь нам выпадет... ну, шестеренка выпадает. Барс и вепрь. Давай бесплатно. Так-с. Ох ты. Слушай, крутое яйцо, ребята, было. Я, честно говоря, я даже не знаю, что там за дракон был. Так, иди давай осматривай остров. Здесь у нас... здесь у нас, по-моему, все, ребята, да? Так, на этом клочке мы с тобой все просмотрели. Так, здесь. Не могу, не хватает, к сожалению, ребята. Но рыбу мы, может быть, еще накопим. Меня вот интересует этот парень-то. Будет у нас все-таки прокачиваться или нет? Да неужели? Нисколечко не преобразовался. Время гнильца уровень 91 у него. Что с ним делать-то? Его прокачивать или не стоит? 124 миллиона рыбы он требует. Он совсем проглот, я тебе скажу. Просто проглот. Слушай, а вот у нас и рыба сейчас как раз будет. Угу. Давай тогда мы, наверное, этого отправим за рыбой пока. А этого отправим... а, какой отправим? Никуда мы его не отправим, друзья мои. У нас не хватает столько ресурсов. Новая способность, ребята, мрачный шип. Я его, пожалуй, отправлю на обучение. Пускай дальше прокачивается. А этих, пацанов мы отправляем с тобой за рыбой, за древесиной. Пускай ищут. Так, здесь крылатый страж. Ну, его можно, ребят, прокачивать дальше. Он недорого пока обходится нам в прокачке. Так что есть смысл позаморачиваться. Так, здесь. Отправили. Так, зеленая смерть. Ты что там уставился? И давай, ищи дальше. Так, этот парень у нас получил 22 уровень. 450. Слушай, я, наверное, отправлю, ребята, его... подожди, 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 подожди. Вот так вот. Блин, если мы... 360 тысяч еще в плюсе, ребята, будет. Я отправляю его. Я отправляю его на прокачку. Так, болельщик сардельки. Тоже неплохо. Вот этого надо как-то тоже, ребята, модификрылку. Ох, какая же она требовательная по прокачке, ребята. Очень требовательная, очень много требует ресурсов, именно рыбы. Ну? Кто бы, ребят, сомневался, что именно это яйцо выдаст. Ну, сейчас наверняка нам даст... ага. Дал яйцо, друзья.
И это у нас размягчитель. Очень часто, кстати, нам выпадает размягчитель. Давай, остров целителей, пускай летит. Какое-то новое задание хотя бы, ребят. Хоть что-нибудь там посмотрим, может, что новенькое будет у нас в распоряжении. Так-с. Здесь мы забрали. Дальше отправляем. Результат обучения. Да он не будет обучаться, ребят. Эти ребята не такие простенькие, чтобы сразу же за один раз прокачаться. Нет, конечно. Они будут до последнего нам выносить мозг. Давай за древесиной полетел. Интересно, у нас сегодня есть событие? Какое-нибудь. Хоть какое-нибудь, ребят. Ну, что ты высматриваешь там? Так урчит, да? Прикольно. Так, ну что, одну награду мы с тобой получим. Чуть-чуть не хватит нам. А, ребят, чуть-чуть не хватает. Да еще одной. Ладно. И это у нас загадочный пак. Да-да-да, обязательно получаем. Смотрим, что нам тут выпадет. Штраморез, громобой, вострозуб. Ну и ресурсы, понятно, по мизеру. Здесь мы откроем с тобой еще один бесплатный пак. Грумель, шипорез, штраморез. И 12 рун. Ну-ка, дай события зайду. Ребята, никакого, блин, этого нету. Ну что ж такое-то, а? Что за подстава? Редкий пак. Громоль, шепот смерти, громобой, шторморез, парящий прихвостень, змеевик злобный, игра закрыл. Это все, что мне пока доступно. Еще один набор, друзья мои, получаем. И это 15 праздничные светляки. Праздничные светляки. А ты-то что у меня не летишь? А ну давай быстро. Сиди там, носом клюет. А, подожди, мы же хотели. Стоп. Сколько там на? Друзья, я, наверное, отправлю ее обучаться. Да, я знаю, что я потратил почти все железо на прокачку. Но оно того, оно требует, ребят. Так, понимаешь? Скрытый мир и потомство. Цены не для нас, ребята. За 2500 рублей. Ну, куда? Куда? Мы не такие богатые. У нас не такие зарплаты бешеные, чтобы тратить. Верно же? Расширить. Не получится. Не хватает викингов нам. Как мне сказали, Рэй, прокачивай тех, кто приносит больше железа. Да, я согласен, друзья мои. Надо именно таких прокачивать, которые приносят больше железа. Потому что от этого пойдет профит. Вот. Ну что, у нас вроде бы здесь все собрато. Я единственное могу, ребята, вам предложить поиграть на арене. Забить, как говорится, все паками. Может быть, еще открыть пак вождя. Ну, события нету, причем очень долго. Немножко даже настораживает. Когда оно в последний раз было-то? Событие это. Я и не помню. Наверное, недели полторы назад. Даже, наверное, две. Может быть, я, конечно, что-то пропустил, пока не играл. Вы же мне не пишите в комментариях. Рэй, зайди в игру, началось новое событие. Не пишите. Так, лаварык выпендривается. Сейчас бомбанет кого-то, наверное. А, вот он что сделал. Он нас ослабил. Ну и повесил немоту. Соответственно, мы ничего сделать не могли целый ход. Ё-моё, неужели уничтожат? Вот это да, вот это пакость.
Ребята, вот это пакость. Но он сам напросился, ему сейчас будет очень тяжело. Жалко, что у нас нету сейчас, ребята, нашего ветрокрыла. Мы могли бы, знаешь, что сделать? Мы могли бы понизить ему броню и тем самым его разобрать буквально там в считанные ходы. А теперь придется вот с ним пыхтеть. Ну давай, кусай его. Отлично. Ну что, первый поединок за нами. У нас очередной бой. И опять здесь. Но вот эти два меня как бы мало интересуют. Больше все-таки тройной удар сейчас в данный момент нагнетает как бы такую нездоровую, нездоровую атмосферку, что ли. Опа. Ты что делаешь-то, а? Я хотел хильнуть. Ветеркрыл, ты что? Точнее, шторморец, ты что делаешь, а? Офигеть. Я хотел его на самом деле бомбануть, ну, через хил. Хиляемся срочно. Так, тогда этот будет у нас вторым, по идее, да? На разборку. Еще хильнемся. Ну вот он остался один. С одним-то нам будет попроще немножко справиться. Давай так вот сделаю. Он будет отхиливаться или броню вешать? Что он там собрался? Хильнулся, но это ему не поможет. Это факт. Ну, это третий поединок. Если мы выигрываем, соответственно, мы получим с вами пак вождя. Вот этого жука надо быстренько истреблять. Просто моментально. Так. Сейчас начнет опять, да? Эть, чуть-чуть не хватило. Буквально полудара, ребят. Так, ну а следующий, кто у нас идет, это, естественно, вот этот громобой. Не хотелось бы получить от него массовую ульту. Поэтому попробуем его разнести. Так, добивка. Отлично. Так, дальше что? Наверное, я возьму, ребята, вот так слепоту, потому что он 100% сейчас будет делать свой разбег. Угу. Даже не разбег, ребята, он себе просто-напросто взял и усилил. А сейчас? А сейчас он хотел на нас повесить немоту и ослабить. Но не тут-то было. Ну что, друзья мои, нам выпало два обычных пака, как ты видишь. И вот пак вождя. Грымль, крылатый ужас. Так, душитель, змеевик, водорез, ищейка. Оо, чемпион хлысторез, друзья мои. Чемпион хлысторез. Улучшить, конечно, еще и спрашивают меня. Нормально, ребят, нормально. 14-й разряд он получил. Это очень радует. Я все хотел криво... А, 90 уровень нам нужен для того, чтобы... Слушай, действительно, а что я туплю? Мне надо было кривоклык действительно прокачивать. Сколько он там требует вообще под себя? Не так уж и много, ребят. 140, пока 140 миллионов рыбы он требует. Хм. Надо будет действительно плотненько им заняться, потому что это будет у нас первый персонаж, который будет иметь 19 ранг. По-моему, так, да? У нас вроде бы больше никого пока 19 ранга нету. Вознесение. 2500, кстати. А давай-ка мы... обменяем. Так, бронзовый приз. Ну что, так сделаем? Воу, ребятушки, это кто такой? Бронзовый приз. Вау. Ты смотри. Такс.
Ну, тут понятно, монетки. Так, древоруб, крылатый ужас, шторморез прокачивается у меня? Вы серьезно? Ребята, слушай, а у меня бронекрыл был? О, слушай, я такого яйца не видел. По-моему, не было у меня, ребята, бронекрыла. Нет, был. Он у меня был. Так, это у нас древесина, да, набор? Оу, шикарно. Так, и обычный у нас пак. Громель, крылатый ужас, ужасное чудовище. Да, не все. Так, что ты там грустишь, а? Пара барса и вепря. Ну, прокачали ему уровень D1. А вопрос, ребята, в том, куда нам теперь потратить бы древесину. Ну вот, например, можно сюда... Дрожжезуб. Ага. Говорит, расширь академию для начала. Здесь то же самое. Это что за мелкий? Сладкожал. Сладкожал. Слушай, а дай-ка я, наверное, еще, ребята, гляну. У меня же сейчас появились дубликаты, да? И поэтому на вознесение. Давай посмотрим. Так, начнем. Неуловимые. Еще не спасли, не спасли. А где их спасти-то? Надо спасать. Так, обычные, ребят. Возносим. Ой, как мало получили. Тогда, наверное, лучше эксклюзивных разбирать. Такой простенький эксклюзивных у меня вон по одному везде, ребят. Дубликатов нету. Про премиум я вообще молчу. А вот, вот здесь, кстати, есть, ребята, что? Ну, 1800 уже хорошо, ребят. Так. Ну, пошло дело. Так, хвостояр. Здесь идет у нас вот это вот. Плюс 650. А есть что-нибудь такое? Нету, да? Снежный призрак. 650. За одного ты получаешь 650. Так, подожди, подожди. Ну ладно. Вот он, кстати, бронекрыл. А вот, ребята, и принцесса огнеедов. Так, это у нас кревет. Я все руны так, ребят, сейчас разбазарю просто-напросто. Все руны разбазарю. Слушай, подожди, редкий, а вот необычный. И, о, сколько мы получим за двух? 110. Да, ребят. А сколько, интересно, за премиум дают? Не показывают. Подожди. Черт, где это потерял, ребята. Вот оно. Ну, например, кто у нас не собирает ресурсы?
Нет, этот обучается у нас. Этот у нас обучается. Сейчас, подожди. Просто хочется посмотреть, сколько получает. Ну, вот, например, брызговик. Блин. Брызговик собирает ресурсы. Ну, вот яркий ужас. Они все, ребят, собирают ресурсы. Ладно, фиг с ним. Так, что я хотел сделать? Я хотел получить портал Вознесения неуловимый. Блин, вот тут вот обменять. Давай максималку. Вот так вот. Бронзовый приз. Бронзовый приз. Серебряный приз, ребят. Че, одни арены? Блин, ну это трындец, ребят. Пещера-крушитель. Мы такого же только что вот с тобой обменивали. В ангар пускай идет. Так, монетки Одина, но это все понятно. Шоп от смерти, костолом водорез. Так, это у нас ареновский пак. Душитель, чудовище, ловарык. Древоруб, ловарык, кревет. Ну и все, ребят. Там осталась древесина только лишь. Ну что, пойдем, наверное, еще за одним паком вождя, ребята, сбегаем. Как говорится, получим. И будем на сегодня закругляться. Будем ждать, ребята, нового события какого-то. Так, монарх, патриарх, блин. Конечно, с него начну. Ай, сейчас будет съедать энергию. Нет, это не... Или он, или не он. Я уже не помню, ребята. Слушай, а чё... А чё вы так борзо начали-то? Почти, ребята, ушатали они мне его. И они его ушатают. Видишь, что делают, подхалим. Это еще глушит, зашибись. Фух, давай с этого начнем тогда. Он не стал, ребята, будить. Сейчас будем слепоту делать. Ой, подожди, это не то. Сейчас мы на этого повесим слепоту, ребята, чтобы он бомбил. Он был за нас. Давай вот так вот. Хотелось бы, конечно, чтобы он с разбега все это делал. Ну и так тоже сгодится. Так, нам остается только лишь добить. Надо было немножко не так сделать, дурачку-то мне. Надо было вот этого бомбить, а этот бы потом... Да-да-да, я уже потом понял, ребят, что сглупил. Так, слепоту. Не выпускаем из нее. Фиг тебе. Захотел мне бомбануть. Так, укусик и... На следующем ходу, я думаю, Барсик его добьет. Вот и все. Да, здесь есть один поганец, который мне очень не нравится. И это именно шепот смерти. Истинный шепот смерти. Так, а увеличать? Так, Барсик сходит. Блин, неужели... О, друзья мои, а он попадает под 3 энергии. Он сейчас влупит. Барсику крышка, наверное. Скорее всего, в него. Ну, такой вот он поганец, ребята. У него очень мощная атака, хотя он считается из класса самых таких слабых. То есть, это даже не редкий, не премиум, не элита, это обычный. Вы что творите, а? Почти, ребята, ушатали мне. Фигеть. По-моему, ребята, я здесь доигрался.
Тут уже... Они у ничего, оба их слабая атака, у этого, да, я вижу. Все, это катка, ребят, проиграна. Вообще, по чистогалу, ребят. Влупи там что-нибудь. Вот, 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 молодец. Офигенно он ж... Я вот этого... Блин! Какой ты немощный, а, кривоклык. Ну какой ты немощный, блин. Эй, все, ребята, кранты нам. Офигеть, этот кривец жарит, а. Но если бы он промахнулся, бы мы выиграли. Так, я надеюсь, что вот это последний поединок. Естественно, с этого начнем. Блин, ну как в той катке нас раскатали, а? Прям вообще быстро. А нет, ребята, я ошибаюсь. У нас есть, оказывается, один персонаж 19 уровня. Это именно Шторморез. И я думал, что Кривоклык будет. Нет, Шторморез уже 19 уровня. Так что Кривоклык просто догонит его. А самый слабый у нас получается в этом звене Барсик. Вот такие дела. Все, ему, по-моему, хана Барсику этому. Да, запечатали его. Ладно, мы сейчас... этого бомбанем. Еще творяет, а? Так, добили. И остается у нас злобный змеевик. Своим хвостом начал. На тебе. Ну, сейчас он сделает ход, и мы уже его уничтожим. Так, друзья мои, вот и второй пак вождя. Так, Пристиголов, Кревет, Прихвостень, Водорез, Роза Ветров и все. То есть только лишь Роза Ветров. Ну что, дорогие друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.